как я понимаю, я просто не знаю количество, сколько дел. Но то, что сегодня это где-то, наверное, здесь около трех дел, как я понимаю, и относительно их допрашивали. Сегодня мы готовились на другое дело, дали другое дело. Я с этим познакомился, ответил на все вопросы. Надеюсь, что все вопросы будут законным способом. А вы можете поверхностно озвучить, какие дела, о чем? Я не хочу озвучивать, почему не хочу поверхностно название этих дел озвучить. Я не хочу влиять на ход каких-то событий следственных действий. Когда будут результаты следственных действий, после этого я все это вслух озвучу. Потому что каждый раз я подписываю о том, что я не должен разглашать. А финансовая полиция, кроме вот Коммерческого банка Кыргызстана, еще есть ли какие-то уголовные дела? Еще есть ряд дел, которые они расследуют. Но я хочу однозначно заявить, что все дела, которые я вот ознакомлю, все это дело, я или люди, которые ко мне относились, они всегда поступали по совести, работали в рамках закона. И не стоит там что-то выискивать, что-то выуживать. Мне кажется, очень важно сейчас, наоборот, нам всем объединиться и двигаться вперед. Вот эти уголовные дела, я хочу, чтобы они быстрее были прекращены и закрыты. Потому что в стране должны быть экономические реформы. В стране нам нужно, наоборот, всем объединяться. Надо, мне кажется, всем надо вместе, и страну надо поднимать. Я же вижу проект, экономика нашей страны. Экономику надо поднимать. А вообще уклон следствия как идет? Может, в обвинительном уклон идет или как вообще? Я не могу сказать, потому что в моем опыте я никогда не был таким свидетелем или кем-то другим в этих следственных мероприятиях. В моей жизни это первый раз. Я не знаю, в каком уклоне это идут, как следователи задают вопросы. Но есть очень странные вопросы. Очень странные вопросы есть. Ну, это решение следователя задавать вопросы. Мои права на них отвечать. Свидетельствует или не свидетельствует, это уже мои права. Вот вы сказали, странно это как? Это, ну что может быть странное такое? Пример. Ну, я не хочу сейчас это озвучивать. Это я потом. Сейчас будет решение, после решения я это все озвучу.